У них целая история с мусорниками. С мусорниками здесь вот так. Надо отдельно складывать. Перерабатывай мусор, а не перерабатывай его. Надо все отдельно сортировать. Все отдельно. Нельзя все напихать в один мусорник, как мы привыкли. Нужно в разные. Еще и помыть надо. Так, еще надо и помыть их мусорники. Фу, мусор надо помыть. Так, это надо картошка мне для салата. У нас тут еще ремонт не везде сделано. Потому что дорого и некогда. Так, картошку надо сварить для салата. Фух, так, хватит, наверное, этого, хватит. Так, вот брать надо большую кастрюлю. Помыть это все дело. Сварим. Так, сейчас я налью воды холодной. Так, налила воды. Вот, и нужно сейчас все это поставить здесь на плиту. Сюда поставить, на плиту. Крышку, чтобы закрыть эту кастрюлю. Так, вот сюда, в этой самой, наверное, в этой. Так, я не могу найти крышку. Вот посудомойки. Так, где же крышка? Моей дочки с ее мужем. Да, у них свой дом, вот здесь ремонт. Он гражданин Великобритании. Здравствуйте, уважаемые эти зрители. Я делаю в Англии торт медовый. Нужно взять 125 грамм масла. 125 грамм. Ровно пополам. Потому что здесь 250. Вот так. Значит, и на водяную баню. У меня как раз варится этот самый, варится у меня как раз мясной салат, ингредиенты, поэтому и сюда надо стакан сахара, поэтому можно сделать водяную ванну неплохую. Так, сахар. Так, здесь ремонт в доме, поэтому все такое не очень. Стакан сахара, это сколько? 200 грамм, значит, да? Сейчас надо найти, чем померить 200 грамм. Сахар. Шуга. Вот он. Так, варятся яйца и морковка. Сверху на эти яйца я ставлю вот эту кастрюлю. Оно здесь должно растаять. Это не совсем водяная баня, потому что я не опустила воду. Тоже нормально. И здесь надо чайная ложка негашеной соды. Так, нужно добавить сюда еще 2-3 чайных ложки, столовых ложки меда. Мед нагревать вообще-то не рекомендуется. Но не в этом случае, когда мы делаем торт. Потому что когда делаешь торт, но мед новый только купили. Потому что когда делаешь мед, по-любому мед идет в духовку. Тебе придется его нагревать. Поэтому такая технология изготовления торта медового. Ничего не сделаешь, надо добавлять, нагревать. Хотя это не очень хорошо, не очень. Не могу открывать все эти бумажки сейчас. Хотя мед нагревать по науке нельзя, это не полезно.
Боже, я не могу открыть эту банку, не сломав ногтей своих. Ася, не могу. Вечная, я что в Риге, что здесь. Банки открывать это не мое. Надо мне кого-то попросить. Не могу открыть банку. Я обычно беру, открываю такими штуками. Потому что я не в состоянии эти банки открутить. Не получается. А как когда нарушишь герметичность, вот получается. Все. Открыли. И значит, ложим 2-3 ложки меда сюда же на водяную баню. Мусорник надо выкинуть в черный. С черной точкой это на 2 перепутать. Туда всякие пластиковые пленки выкидываются. А в зеленую точку это продукты всякие. Ну, шелуха от лука, от картошки, это в зеленый кидается. Помешиваем. Сейчас растопится сахар, растопится масло. И тогда соду негашеную, чайную ложку нужно сюда добавить. И помешивать до побеления массы. Это нужно, чтобы выпечь коржи для медового торта. Смотрите, видите, вот так. Вот так это все выглядит. Очень хорошо растапливается. Для торта замешиваем тесто. Когда сахар перестанет хрустеть, то готово. Так, где сода? Вот, сода. Пищевая. Чайную ложку берем. Чайную ложку соды. Все. Доставлю морковку. Подождите, я пока вас выключу. Так, и нужно сюда остудить, во-первых, нужно. Остудить, и потом добавить надо сюда 2 яйца и почти 4 стакана муки. Но вначале остудить нужно обязательно. Так, оно остыло. Уже добавить 2 яйца и почти 4 стакана муки. И почти 4 стакана муки. Это лекция, онлайн-лекция на дочке. Или онлайн-лекция. Ремонт в доме. Наверху, там наверху комната закрыта, там ремонт. Там он и здесь все. А дверей нету. Тут надо перемешать. Нужно взять поверхность. Взять бумагу. Это пергамент и вырезать по размеру вот этого, вот этого. Вот. И нужно выпекать коржи. Ань, можешь мне печку включить, разогревать? 180 градусов. Так, разогреваем духовку до 180 градусов. А тем временем выкладываем сюда вот это вот тесто, которое мы намешали. И выпекать будем коржи.
Надо так распределить. Распределить это здесь. Мне немножко неудобно, здесь неудобная форма. У меня нет формы такая, которая у меня дома. Она у меня с краями, здесь нет краев. Поэтому мне трудно распределить, чтобы был ровный край. И выпекать такие круглые коржи. Распределить вот так, в духовку позасунуть. Так, на сколько минут? Поставлю. Потом посмотрю. Так, сахарная пудра нужна? Да. Она? Нет. Теперь нужно их обрезать края. Ты хочешь что, шампанское или вино? Я не умею, как все. Мне все равно, что ты хочешь, ты мне хорошо. И обрезать края. Ну, во-первых, чтобы оно пропиталось лучше, во-вторых, чтобы не были твердые края, потому что надо в крошку превратить. Вот это потом. И сверху посыпать. Я доску неудачную взяла. У тебя там такая красная, по-моему, была с бордюром. Да. Сверху все сыпется. Ну ладно, уже не надо пачкать. А вот это у каждого коржа. А вот это превратить надо в крошку. И всыпать в эту миску. И нужно так каждый корж обрезать край. Края. Нужно всех сразу, но мне проще у каждого отдельно. Так. Короче, надо взять это и стакан этого. 200 грамм, да, это 200? Я штука мерила. 200 должен быть. А вот теперь будет нет. Ну ладно, мне все равно. В смысле, все равно лишь бы по вкусу. Всегда сметану для сливки используют? Сметана. Еще масло добавляла, я не знаю, добавлять мне сейчас ли масло. Масло будет закреплять, если когда потом в холодильнике постоит, масло оно же... Посмотрим, подожди, начали с объема, это там, в этом рецепте нету масла. Вкусно. У меня растечется. Ну вот я добавляла масло. В холодильнике еще постоит. Оно застынет. С маслом бы лучше застыл. Но там масла нет в рецепте. У меня вкусно. Как думаешь, или не надо? Чтобы он не растекся. Ай, ничего. Смотри, какой. Давай. Довольно густой. Да. Ай, да ладно, давай пока не будем. Положи ее сюда, вдруг надо будет еще, вдруг мало. Надо орехи размалывать. Грецкие орехи. Нет, это будет у нас слишком. Надо просто потолочь еще. Я порезала, но все равно. Есть толкушка? Ну давай. Чуть-чуть надо еще подавить. Такой толкушки нет другой? Подожди. Я бы это еле нашла. А что, они не толкут ничего? Толкут, но все как-то мало. Хотя они как-то не сыпляют. Намазывать.
этих крошек возьму сюда. И перемешаю их с этим кремом. Перемешать их надо с этим кремом. И обмазать края. Даже еще добавлю мало. Может быть, даже и все. Можно было не пересыпать. Ну, и надо их сюда намазать. На края. Вот. Вот и намазать на края. Так, наляпать. Здесь надо наляпать вот так. И сверху. Потом еще рыбу посыплю сверху. Сначала на эти намажу. И сверху красиво распределить. Равномерно. И посыпать сверху грецкими орехами тоже. Сверху и так с боков. Вообще, сколько прилипнет, столько прилипнет. Такой торт получился. Красивый, вкусный. Но я уже попробовала. Пока делала, я уже примерно поняла его вкус. Все, спасибо, что смотрели. Пока.